Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Представьте себе гриб, такой крошечный, что его можно разглядеть только под микроскопом. Именно таким является мицена, признанный самым маленьким грибом на нашей планете. Его диаметр едва достигает 1 мм, несмотря на свои миниатюрные размеры, этот гриб обладает удивительными свойствами. Шляпка мицены имеет красивый синеватый оттенок, что делает ее еще более загадочной. Ученые обнаружили, что мицена способна менять свой тип питания, адаптируясь к окружающей среде. Несмотря на свои крошечные размеры, мицена тесно связана с растениями. Корни гриба переплетаются с корнями растений, образуя уникальный симбиоз. Мицена – это не просто гриб, это настоящее чудо природы. Ее изучение помогает ученым лучше понять сложные взаимосвязи между грибами и растениями, а также раскрывает удивительные тайны микромира.